Так, идем посмотрим, как там бабулечка. О. Ого. А вот и крыжовник. Ох. Без плена. Ух ты. Крутяк. Папе на минуточку 78 годиков. Ну, косит папа как молодой. Ну, пока еще. Да. Так. Оп. Не созрел. О. Обиды на урожай. О, какой, а? Какой красавчик. Конечно, его тут надо освободить. Конечно, говорю, надо освободить, ну, да. Такую красоту. О. О, сколько тут уродила. Вот тут эти смородинки тоже. Ой, сколько сил. Ну ты прям вообще. О, молодец. Как дровы. Тут, конечно, да, еще косить. Косить и косить. О, какие крупные ягоды. Ну, он такой полудикий, но все равно вкусный. Класс. Это я понимаю. Хозяйство. Ну да, поспеет уже, думаю, скоро. Прелестно, прелестно. Все, с костром на сегодня закончили. Я себе тут оборудовала местечко для загара. И валяюсь, полеживаю тут. Лепота, лепота. Уи! Шикарно. Шикарно, шикарно. Вообще просто. Солнце такое классное. Просто. Как на лучших курортах Турции и Египта. Шикарно, 4000. Боже, птицы прям рядом, там где-то поют. О, благодать. Нет, в Турции, в Египте, мне кажется, птицы так не поют. Да. Где-то там вот на яблоне сидит птичка, поет. Ты еще мама ту яблоню покупала. Экспериментальный сорт. Вообще такая огромная. Но ей примерно столько же, сколько и мне. Около 30, наверное. Такая же. Очень классные, вкусные яблоки. Ой, да. Благодать. Что сказать? Идем домой. Идем. Идем и едем. Ой, сколько ягод, сколько ягод. Чего ты горишь?
Чего 22 литра? А, воды на костер. Серьезно, серьезно. Облепиха. Какая-то безъягодная. Ну ты прям ковбой, реально. Красавец, мужчина. Так я тебе сказал, да. Почему ковбои американские шляпы. Они не от того, чтобы красивыми быть. Это были северные люди. Англия, там, Ирландия, Мания, там, Франция, Западная Европа. Они попали в более жаркий климат. И вот как я одел, не потому что мне эта шляпа нравится, а потому что уши болят. Она тебе идет. Радиации. Защитить себя от, голову от избыточной радиации. Вот для чего, я считаю. Посмотри в камеру, смотри, какой ты красивый. О. Ну, дальше некуда. Да? Дальше некуда. Красивый, красиво, как кобыла сила. Да ну, еле ноги тут, волоку с дачи. Здрасте. 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 Вы же уходите? Мы уходим, чтобы вернуться. Чтобы вернуться, это все понятно. Да. Только так. Конечно. Да. Мы скоро вернемся. Да. И поздороваемся с вами. Да, и вам счастливо. Ой, какие розы тут красивые нам встретились на пути. Да, сейчас догоняю. Красота какая. Ой. Природа, конечно, прекрасна. О. Какое счастье, да, что есть хоть куда выехать и любоваться. Пойдем через лес. Может, там ягоды встретим по пути. Что ты говоришь? Кирдык ничего. Мне плохо пахнет. Да? Ты че? Я его приметил. Чоп-чоп-чоп. Да, конечно. Конечно, заберу. Да. Да, я заберу. Ой, ну каков красавец мужчина. Но я не могу. Ну. Герой. Да. Герой едет в море. Ну и же идем. Идем. Да ладно тебе. Блин, мы зашли тут в лес. Ну, в смысле, еще и выходим с дачи. И тут уже столько комаров. Блин. Какие они. Какие они прям это агрессивные. Капец. Ой. Может, пойдем в равнополье? Да, наверное, пойдем в равнополье. Хотя я могу какую-нибудь ветку взять и обмахиваться. Не знаю. Так у меня нету брюк. Ага. Ну ладно, пойдем в равнополье. А ягоды? А как же ягоды? Не, ну ягоды, если все собирать, то меня точно сожрут. Ага. Ужас, блин. Я выжила. Добралась до солнца, тут они вроде меньше кусают. Но все равно летят. Да. Ну пойдем. Пустяки. Да, пойдем. Да. Ага. Лесное приключение. Но тут тоже вон по дороге лес. Подышим еще.
такие. Какие-то цветы на дороге. Вау. Я сначала подумала, что это колокольчики. Но это что-то такое другое. Вау. Красота. Обожаю сосновый воздух, он такой прям обалденный. Я когда в детские лагеря ездила, так там постоянно была в лесу и ходил такой, оздоравливался. Шикарно. Народ сидит, наверное, на автобус до Рудинска. Пешочком прогуляемся. Тут через дачи. Тёп. И какая там птичка. Красивенькая такая. Фрик. Мусорные баки. Я же не знаю, сколько они лет стоят, но раньше вот такого не было. Уже лет 5 как сделали. Ну, не знаю. Точно не скажу. Но это круто, что так теперь есть. Еще нету свалок. Это раньше, я помню, в лесу была свалка. Было грустно смотреть на это. Так хоть вывозят теперь. Ну вот, нам 4 километра топать. Отлично. Прогулка, зарядка. Физнагрузка. Тёп. И дома показалось, настоящий аист сидит прям вообще. Круто так разрисовали. Обалдеть. А мы продолжаем наше путешествие по дачам. Ленин. Чего тут только нету? Усю есть. Тут, конечно, не лесной воздух уже. Но все равно приятно идти. Цудон. Такие прикольные домики тут встречаются. Симпатичные. Тоже вот сколько в этом любви, сколько в этом энергии вложено. Классно. Во всем можно найти что-то прекрасное. Даже в дачных домиках и огородиках, в садочках. Классно. Я сейчас шла, мы там проходили мимо одного участка, папиной знакомой какой-то. И мне там так классно, грядочки, парники. Я иду такая, думаю, блин, ну классно вот. Ну, зависть, не зависть, но мне бы тоже, может быть, когда-то так хотелось. Потом я думаю, ну, у меня так не получится, да? Но это надо очень много времени там посвящать. То есть, а я хочу как бы немного в другом направлении двигаться. Да. Я хочу рисовать, да, продвигаться, расти, развиваться как художник. То есть это надо бросить мои художественные занятия, заниматься огородами. Я думаю, нет, наверное, все-таки да. Я могу заниматься вот тем, что мне сейчас нравится. Да, развивать это направление. Я вижу траву. А, все, я вижу, да. Обалдеть, ну да. Да мне кажется, ее оборвут уже. Все, как только она созреет. Ну классно, да. Так что да. Ну давай. Давай в теньке посидим. Папа мне тут рассказывает историю про сетку. Сетка. Ну все знают сетку. Да.
сетку кровати мягкую, металлическую сетку. Ага. Ну, ее придумал лет 70 назад изобретатель по фамилии Рабитец. Ага. И вначале она называлась сетка Рабитца. Да, Рабитца. Но потом выговаривать тяжело. Поэтому те потеряли, и стала сетка Рабитца называться. Да. Теперь ты будешь, Катя, знать, да, что это, откуда это слово пошло. А да, то какое-то Рабитца, при чем тут Рабитца, сетка? Вот. Да. И вначале плели эти самые панцирные эти кровати мягкие. Угу. А потом уже стали плести эти заборы. Ну и все, что угодно. Угу. Да. Вот, теперь будешь знать, кто изобретатель. Да, и зрители тоже будут знать. Добрались. Так, сейчас куплю билет и еще в магазин. За сколько? 37 километров. Рубль 22. А папа себе льготник будет брать. Так, сейчас. Ой, по традиции надо водички купить и мороженку. Пока тут электричка не пришла, еще есть несколько минут. Ну вот и папуля идет. Мы слегка разделили, чтобы я успела до электрички в магазин. Ух, успели. Ну. Тебе билет не надо? Нет. А, у тебя есть уже, да? А у тебя есть? Я купила. Ага. Дай воды попить. Да. Держи. Да, пойдем. Смокотя. Поехали, поехали. Ну, на ковбоя я похож. Да, конечно, похож. Похож. Мне кажется, я немного загорела. А? Загорела. Ну. Нет, это ты бледнее выглядишь, чем там на экране. Да, девка. Осторожно, дверь закрывается. Я когда веду передачи, я такой бледный, а на самом деле в твоем компьютере. А на самом деле следуется более. Ну, я хорошая шляпа. Хорошая шляпа. Ну, вообще. Подходит наше дачное приключение к окончанию. Да. Приключения еще будут. Да. А пока мы с вами прощаемся, дорогие зрители. Шлем вам лучики добра и любви. До новых встреч. Пока-пока. Какая-то красная. Красные, да что прекрасные. Счастливые. Ой, что-то тут какой-то CTMO, боже ты мой. Что-то новенькое. Ну, это на дружный, что ли, такую махину отгрохали, да, боже мой. Обалдеть. А еще там и нету. Тебя последний раз провожал. Ага, да. И вообще я там не хожу. Ну вот. Не помню, сколько лет.